воскресенье в Самарской области пасмурно с прояснениями. Местами пройдет небольшой снег. 0-2 градуса днем, ночью 2-4 ниже 0. Юго-западный ветер, скорость 3-5 метров в секунду. В Сызрани пасмурно, днем 1, ночью 4 с минусом. Западный ветер 5 метров в секунду. В Тольятти тучи, возможен небольшой снег. Днем нулевая температура, ночью 2 ниже 0. Юго-западный ветер 5 метров в секунду. В Самаре пасмурно с прояснениями. Днем 1 градус, ночью 3 ниже 0. Юго-западный ветер 4 метра в секунду. Атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 87%. В геомагнитном поле небольшие возмущения. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом gismeteo.ru.